за что 500 штук? Ну что, тебе нравится? Ну знаешь, за 500 можно и получше взять. Ну что, Илюх, поздравляю, все, взял. Все то же самое, только новое. Наконец-то новую Ниву, Илюх. Я тебя могу поздравить. Сколько отдал? Ладно, 500 рублей. 497. Как было говном, так и осталось. Ну, ну, не надо, не надо. Что, я с ученика снимаю? Да, поехали. Проверь, брать, да? Давай, снимай с ручника. Есть, автоматически тут есть. Рубаста, рубаста поставили. Вот смотри, какая рукоять. Обзор от Давидыча. Смотри, какая рукоять. От Марсыча. От Марсыча. Обзор от Марсыча. Поставили вебаста сюда. Какая-то есть штучка такая регулировать. Это подсос. Автоматически? Это автоматический подсос. Сам подсасывает. Да. Слушай, а мне вот это сломано, может взять? Перчаточный ящик. Мне вот это все время отскакивает. Перчаточный ящик. Слышишь? А? Ну конечно, из такой машины не хочется выходить. Не выпускает меня. Ты кодируешь тебя. Цвет какой-то новый, да? Баклажан. Не, ну поприличнее, конечно. Ну, такие бабки. Давай. Ну скажи, что в этой машине есть. Давай, практически все. Обзор от Марсыча. Давай. Диски внутри. Расскажи нашим подписчикам. Внутри диски. Цвет. Голубой волны. Цвет баклажан. Ультрамарин металлик. Новый бампер, я вижу. Новый бампер. Решетка радиатора. А так все остальное осталось. Зеркала. Старый звук. Ну зеркала какие-то. Модненькие. Смотрится ничего, кстати. Чуть лучше. А как обзорность? Обзорность чуть хуже. Смотрится чуть лучше. Но они, походу, смотри, электрические, кстати, сами регулируются, да? Да. Как цена? Вопрос. Цена вопроса. Смотрим. Смотрим. 479 тысяч. Что индикация не застегнутого ремня. Это очень важно. За это мы переплачиваем 370 тысяч, да? Корректор фар гидравлический. Ого, ничего себе. Колеса литые. Кондиционер. Кондиционер? Да. Да ладно. Да. Что-то я не вижу там кондиционера. По-моему, все так же осталось. Строчечка. Вот такая вот ручная. Сиденье. Спортивные ковши. Так, ручечка. Банка, кстати, смотри, как сзади. Место. Для двоих. Ручки. Пластиковые? Металлические. Электростеклоподъемники тоже стоят. Да. Ручки вон там. Сидушки что ли поменяли? И все. Вот боковая поддержка появилась. Да. А я думал, что-то будет вообще кардинально новое. А все то же самое, только... Ну давай, резюмируй. Ну, ребят, я считаю... Стоит менять. Я считаю, если лишние полрубля у вас есть, то стоит брать. Стоит менять. Надо брать, короче. Старую на новую. Да. Скажите, что вы ателье, если сюда придете покупать. Вот. Мне начислят за это процент. 10%. Да. Давай, руби.